Отпусти! 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 Она ничего не сделала! Она ничего не сделала! Давай ударь! Давай ударь! Давай ударь! Отпустите! Отпустите! Жди заявление на тебя, понял? Давай, давай, жди. За что вы ее? За что? Она девчонка, обычная девчонка. Отпусти девчонку. Отпусти девчонку. Отпусти девчонку. Вы держали со всех одну девушку. Девушку из старика и все. Даешь закон! Да какой закон? Вы смотрите, они даже не объясняют, за что они это сделали. За что вы? За что? Что они совершили? Вы обязаны по закону представиться, во-первых. Во-вторых, ваши документы. Сказать, на каких основаниях вы вообще защищаете человека, как минимум. А куда еще орать? За что? Вы против кого вообще? Потому что права на вас нет никакой уже, блин. Камера снята. Я позвоночник сейчас сломал. Да, вот в это место ударил коленкой. А почему представитель власти не фиксирует нападение на человека? Коленка ногой по спине. Вы стоите. Да, это снято на камере. Так, полицейские. Уважаемые полицейские. Поймали вора, молодцы. Медаль всем. Так бы тебе интересно так жить-то. Совести у вас нету. На наши деньги живет. Кого власть? На наши налоги. Поймали вор, молодцы. Да, че, блядь. Опоздал преступника. Гордо, наверное, да, знаешь? Гордо. Все, а? Хоть один полицейский говорит, как он работает. Посадок, красава! Тебя отсудят! Что сейчас было? Рот закрой там. Борзый олень вам. Всё, пусть нахуй гоняет туда. Там тут не проедет, да? Я сотрудничаю. Ломай руку на него. Гордость российской полиции. Ебать, еще угораете. С бомбой сюда пришел. Верующие, погоните. Не людей. Давайте. Молодцы. Идиоты. Ну за что он задержан? Бля, сейчас разберутся в отделе полиции и все. Да что, человека окунули в лужу, куртку порвали. Вы даже не объясняете, почему и за что. Я буду писать заявление за эту фигню. Если он нарушил закон, скажите, чтобы мы все поняли это.
У вас по жизни, знаете, разберутся отделения, а потом, блядь, там беспредел. Вы не скажите, в чем он нарушает. Если он закон нарушил, оденьте наручники. Да, а что вы по хребту бьете? Товарищ старший лейтенант, ни на одной камере записано многократно, как на человека совершено нападение. Это будет отражено в вашем рапорте. Позвольте ему закон. Отделение ваше какое? Отделение ваше какое? Зовите статью, по которой вы разбираетесь. Я не сопротивляюсь. Да, у вас есть законный арест, пожалуйста. А то вы слова не выразите. Статью назовите. Он не сопротивляется. Не знаешь, как вы работаете. Да никто его не ломает, ты просто не убегаешь. Вот уважаемый слева ломает. Да, да, вот таким вот движением. Это больно очень, на самом деле. Я снимите, стою, не дергаю. Значки снимите крупным планом. Значки все снимите крупным планом. Каждый покажите свои значки, пожалуйста, господа полицейские. Все сняли всех? И ни один полицейский законный арест не производит. И все создают вид, что он сам так стоит в таком позе. Вот он решил так поразмяться. Тебе удобно, братан? Вообще прям. Ты сопротивляешься? Нет. А что тебя держат? Подослабьте руки. Ты не возражаешь, если он тебе наденет наручники и скажет, в чем... Нет, не возражай. Наденьте на него наручники, пускай он прямо встанет. Все, сейчас человек осыпается. Дайте проехать, пожалуйста. Проехать машине дайте. Не тазим. А вот и подкрепление. Давай сюда! Слышь, выбита рука! В сторону отойдите, пожалуйста, машина проедет. Машина проедет, пожалуйста, отойдите, пожалуйста. Полиция наша, дом, которая защищает.